несмотря на то, что мы пришли пятые, нам все равно подкинули деньжат и сказали: чувак, ты выиграл, ты пришел пятым, это тоже достижение, хотя бы не совсем сухую, не восьмым, все дела. Поэтому все-таки я думаю, выберем вот это Rampage Сан-Франциско. Если это та трасса, которая была в демке, то это очень печально. Ну ладно, все-таки поехали. Какую бы окраску выбрать? Боже мой, они каждый раз соблазняют этой окраской меня. Как же я люблю модифицировать машины. В NFS проводил просто часами. Кстати, вот эта окрасочка похожа на вкладыши жвачки Love Is. Не знаю почему, прям напоминает. Ну ладно. Так, выберем все-таки. Вот эта розовенькая машинка мне очень нравится. Классно будет смотреться. Классно будет смотреться на такой брутальной и ужасной трассе, как Сан-Франциско Rampage. Но грузись, грузись. Так, заставку опять пропущу. Так, насколько я понял, режим Rampage — это совсем не то, что я думал. Ай-яй-яй-яй-яй, это все то же самое. Это опять Battle Arena, ё-моё. Сколько же здесь Battle Arena, это реально очень весело будет играть с друзьями. Поэтому, люди, если я у вас есть Steam, обязательно покупайте Dirt, будем вместе играть. Обещаю вам, вот просто обещаю. Но пока как меня тут пинает, мне это совсем не нравится. Моя гламурненькая машиночка уже просто разваливается. И если бы я был блондинкой какой-нибудь, которую машину эту подарил папа-олигарх или... парень-олигарх, я бы уже просто плакал и орал бы: ах, вы уроды, ездить научитесь. А вообще надо кого-нибудь найти и впендюриться в него, чтобы он уже взорвался. О, вот эта машина мне чем-то напоминает полицейскую, поэтому ее надо будет пинать больше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, больно же, блин, ай. Ребят, вы мою розовую Волгу не трогайте, пожалуйста. Не трогайте, не хочу, чтобы вы ее трогали. Так, тебя... ой-е-е! Отлично. И теперь тебя еще надо подвинуть так. Давай, давай, давай. Ой, ну ё-моё, закрутило-то как? Закрутило. Ой-е-е-е! Давай, давай, давай! Есть! Блин, сам впендюрился, но зато его приложил чутка. Ну, давай, давай. Отлично, выбираем еще одну жертву. О, я уже на четвертом месте. Отличненько. На третьем. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не, так больно, не надо меня бить, ребят, мне же надо эту гонку хоть выиграть. Так, ты мент поганый, мы тебя не подвинули, блин. Ой, на самом деле даже напоминает еще и Flatout Ultimate Carnage, но в Flatout, конечно, с физикой все покруче было. И там все время какие-то бочки валились, арматуры, здания иногда падали, по-моему, нет. А, нет, в одном магазине только стекла разбивались-то, я помню, 100% было. Можно было проехать через витрину магазина, это было весело. А здесь немного скучновато из-за того, что, ну, просто тупо арена такая, без всяких бочек и так далее. Тупо надо пиндюриться в кого-нибудь. Это, конечно же, весело. Но это же, блин, весело, опять же, когда играешь вместе. Когда играешь один в офлайне, это не шибко круто, я считаю. Короче, понятно, здесь надо продержаться, постараться больше всех. Вот я уже продержался время, тут осталось 20 секунд, я еще ни разу пока не умер, но меня пинают! О, боже мой. Блин, ну я же старался, почему так все? Ну и сразу на третье место меня выкинули. Ну вообще классно, а? Ну это нечестная игра, нечестная. Вторая гонка, а меня уже так делают, это вообще не круто. И теперь я на пятом месте. Вот остается 5 секунд и на пятом месте. Ну что за фигня, а? Что за фигня, блин. Отстой. Печальки. Опять пятый пришел. Что-то мне арены вообще не даются сегодня. Гадство какое-то. Блин. Меня начинает огорчать это. Просто огорчать. Что за фигня? Так, в общем, вышел я из режима Showdown Tour, потому что арены пока что-то мне не хочется туда идти. Все, надоело, спасибо. Пятому приходить надоело. Так, поэтому решил я зайти в режим Joyride, потому что в демке он был закрыт, а такое притягательное название, что мне прям все хотелось туда зайти. И наконец-то вот могу. Выберем Yokohama Dox. О, какие машины нам уже предлагают. Ford Fiesta и Subaru Impreza.
Ой, даже не знаю, что выбрать. Конечно, по идее Subaru, но хотя для чего нам сейчас это будет нужно? Ну, я думаю, тогда выберем Fiesta. Fiesta поманернее будет. Если, конечно, здесь физика-то крутая, хотя физика здесь пока что так себе. Потому что, ну, понимаете, аркады, что еще думать? Желать от аркады. Ну, блин, не знаю, какой окрас. Старый кеноблоковский или новый кеноблоковский. Ну, давайте новый выберем для разнообразия, пусть будет. Так, грузись давай. Давай, грузись. Какой красивый экран. Какой завод красивый. Какой прожектор красивый. Гео, поехали, smash the gate. Ай-яй-яй-яй. Все время у меня с Джимханой было плохо в Дёрте третьем. А тут у меня ничем не лучше. Отлично. Зашибись. Ребят, я в гараж приехал. Вы меня почините, да? Сколько новые колпаки будут стоить? Так. Может здесь проехать? О, вау, классно. Вау. Шикарно. Это шикарно. Так, отлично. Теперь куда мне ехать надо? Коробки. О, физика появилась. Коробки, все дела. Так. Проедем здесь. Отлично. Я езжу кругами. Так. Судык. Дальше куда? Боже мой, что-то мне это все не нравится. Ездить по каким-то коробкам это не круто. Вот это я трюкач. Блин, ну что такое? Скорости что не хватило? Ну. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Блин! Ну почему же у меня с этим все время так всегда было плохо? Мне это совсем не нравится. Давай. Заезжай уже куда-нибудь, блин. Ай, стоять! Блин. Интересно, здесь машина развалиться можно, потому что-то я не вижу, что здесь было написано, сколько у меня хп. Отлично, я выполнил это задание. В общем, этот режим Joyride, здесь нужно выполнять определенные задания, насколько вы уже могли понять. Вам показывают, что нужно сделать, и вы должны это обязательно выполнить. Вот только вот что здесь надо выполнить, я вообще не понимаю. Они хотя бы хоть обучение какое-нибудь показывали. А то вот ездишь и не понимаешь, чего нужно тебе сделать. Хрен просышь. А, вот написано X нажать. Вот оно что. Ага. О, ну окей. Так, ну все, хорошо, погнали. Так, где это? Чуваки, покажите мне хотя бы. Так, вот. Вот здесь мне нужно выполнить дрифт. Так, едем. Какой мне дрифт-то надо выполнить? Я нифига не понял. Вот это что ли? Ну. Выполняю дрифт. Ай, блин. Ай-яй-яй-яй. Чё-то я себя чувствую вообще не гонщиком, как будто я в гонке играю первый раз. Блин, ну давай. Конечно, это жуткое аркадное управление немного добивает, но давай, ну, я сделал это, почему? Что мне надо было сделать тогда? Ну. Может, вот так продрифтовать? Нет? Ну, ё-моё, ладно, другое задание выберем, какое там. Ноздайв, гейт-крэшинг. Гейт-крэшинг, всё. Пойду я мочить столбы эти, то есть, какие столбы, шлагбаум. Так. Где шлагбаум? Шлагбаум. Так, стоп. А где шлагбаум? Батьки. Ай, у меня бампер отлетел. Народ, это плохо. Это очень плохо. Так, один шлагбаум есть. Где еще один шлагбаум? Ай-яй-яй-яй. Шлагбаум. Ты где? Нет, ты там нет. Блин, пацаны, куда ехать? Хоть бы GPS мне навигатор дали. Ай, давай. Так, ну, где что еще есть? Что здесь надо сделать? Что здесь интересно надо сделать? Так, ну. А, все ясно, я понял. Ай, давай. Ай-яй-яй-яй, да блин, бочки вы. Классно. О, их собирать надо? Блин. Обратно. Ну, давай. Ну, блин, да что ж такое? Все время напряжки с этим были. Давай.
А что ж ты такая неповоротливая эта бочка на колесах? Давай. Блин, да что такое? Давай. Ну. Давай. Ну ё-моё, Вась, да. Ой, я чувствую себя, блин, узбеком на шестерке. Давай, блин. Давай. А, нет, не понравилось. Мне понравилось, ну что такое. Так, ладно, поеду-ка я дальше выполнять. Так. Хорошо, что у нас там есть по заданиям еще. Так, Honey Home, Tunnel Run. Так, все, погнали в Tunnel Run. Ну, прикольные режимы, прикольные. Не дадут так особо заскучать. Веселенькие, но какие-то все равно, не сказать, что прям классные. Веселенькие, очень даже. Ай, блин, да что такое? Ненавижу машины для Джимханы. Ненавижу. Быстрые и, блин, неудобные. Отличный прыжок был, отличный. Чуть не перевернулись, но пофигу. Опачки. Ну, я проехал по туннелю, чё ещё там? Так, ладно, дубль номер два. Может, в эту сторону была? Давай. А, нет! Давай. Капот уже отлетел, блин. Давай. И чё? И всё? И нифига, типа, пошли вы в попунику? Блин, да что за задания тут такие? Мне что-то это вообще не нравится все. Офигеть, спустя 5 минут тормозов и думания, что здесь делать. Я все-таки прошел Tunnel Run, но, блин, я не понял, как я его вообще прошел. Просто не понял. Взял по 100 раз, поездил туда-сюда и все-таки прошел. Это жуткий бред. Так, я там видел, висел бонус прикольный. Сейчас мы его попробуем забрать. Ну, давай, погнали. Мы едем, чтобы забрать бонус. Давай. О, фак, его надо было не так забирать, ясненько. Хорошо, сейчас мы проедем через другую сторону. Так. Набираем разгончик. Разворачиваемся и поехали. Давай. Я верю в тебя. Мы сейчас заберем этот бонус. Заберем. И давай. Это было красиво. Посмотреть на нашу машину. Она уже вся бедненькая, превратилась в непонятно что. Но самое смешное, хоть она уже просто банка на колесах, но она не взрывается, с ней ничего не происходит. Это полный пипец вообще. Оу, щит. Офигеть. И я выполнил какой-то трюк. Охренительно. Просто охренительно. Такое ощущение, в этих доках можно ездить бесконечно, и вы что-нибудь будете выполнять. Ай, ладно. Давайте посмотрим другой режим. Всем пока. С вами был OnePoint. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Добавляйте меня в друзьяшки ВКонтакте. Подписывайтесь на мой официальный паблик ВКонтакте. Также я есть, как вы уже поняли, в Стиме, PSN. Ну, а еще можете и в Твиттере зафоловить, если уж совсем захотите. И всем удачи!